nice view. Wish I brought my camera. It's just the battle group, nothing special. Well, maybe not for you, but I still think it's an awesome sight. Huskies don't stand a chance. You got that right. Окей, мы оверленд, мастер Армон. Итак, всем привет. Начнем проходить кампанию Eagle Wing. Получается, Орлиное крыло. Если его переводить дословно. Сейчас у нас стоит задача на вертолете долететь до чекпоинта, до точки. Она расположена в 3500 метрах. Я надеюсь, что без приключений долетим. Вертолет у нас, как я понял, Apache. Достаточно мощная машина. Включу ручной режим огня. На всякий случай. Ой, сейчас я разобьюсь об деревья. Фу, вырулю. Я думаю, скорость надо сбросить. Мы уже подлетаем близко. Переключусь на внешний обзор. This is just what we needed. Sierra Base, this is Eagle. Probable BTR and Bodnik. Request permission to engage. Over. Ух ты, по нам стреляют. Target that APC at 1-7. Target that APC at 1-7. Ну гори, гори, гори. С клавиатурой неудобно управлять вертолетом. Sierra Base, Eagle 4-2, targets destroyed. Resuming mission. Ну, нам чуть не настучали. Было близко. Я, кстати, на радаре заметил где-то цель какая-то воздушная, треугольник. Скорее всего, это самолет. Я вот только не посмотрю боезапас, мы как израсходовали. Потому что я абсолютно не знаю, что будет впереди. Так. Так, опять треугольничек появился у нас на хвосте. На всякий случай сбрасываю скорость, потому что у нас уже один раз на прошлой точке обстреляли по полной. There it goes. Radar shows you're in the clear. Continue towards objective. Что здесь нам надо сделать? Сейчас посмотрим, может впереди что-то.
Так. А. Так, взлетка. Сейчас займем позицию более удачную. Okay. Here we are. And Tim, don't you dare. This is Sparta. Ah. Sparta. Sierra Base, this is Eagle 4-2. We arrived at Sparta. Over. Eagle 4-2, Sierra. Stand by. Initiating satellite data transfer. Наверное, пониже опущусь, потому что меня, наверное, с аэропорта заметят. Alright, Eagle 4-2. Three frog foots and one hind confirmed. Clear to engage once they're airborne. Over. Три сушки взлетают. Прекрасно. Target that chopper at 1-6. Еще вертолет. Полтора километра. Не, я не добью до него. Target that plane at 1-6. Сейчас главное попасть в момент. The first frog foot's taxing. Easy. Первая пошла. Не хватает. Пау! Target that chopper at 1-6. Вертушку попробуем снять. Target that plane at 1-6. Bang! Target that plane at 1-6. Me like. Так, надо вертолет убрать. Или мы его убрали? По-моему, как не вовремя. Target that chopper at 1-6. Ну ладно. Так, автоховер. Следующая точка. У нас две ракеты. 1000 выстрелов. В принципе, неплохо. Если следующее задание примерно такое же, то проблем не возникнет. Target that tank. No target. Танк. Вы обалдели. А, это Тунгуска. Надо уходить. А то она наваляет. Ух ты, она по нам уже стреляет, кстати. Сейчас еще ракету вдогонку выпустят. Будет вообще прекрасно. Ну, вроде ушел. There he is. Should be no sweat. Target that tank at 1-4. Так, target that APC at 1-1. У меня такое чувство, что я по земле стреляю. Target that APC at 1-3. А, это база мобильная. Sierra Base, this is Eagle 4-2. Looks like Icarus flew a little too close to the sun. Еще и город поливает огнем. Target that APC at 0-5. Sierra Base, Eagle 4-2. How copy, over. Target that APC at 0-5. Target that car at 1-2. All units, retreat immediately. Retreat immediately.
что происходит? Вот обстрел. What does it mean? What the hell is code Foxtrot? Что-то пошло не по плану. Бедный Ми-24. Его так бросило. Кошмар. Тим. О, фак. Так, Тима убили, понятно. У меня из оружия МП-5. Потрясающе. А вот он этот взрыв. Holy shit, they dropped it on the ships. Better check my maps for friendly positions. Я надеюсь, здесь нет ни танков, ни пехоты. Похоже, это все трупы. Серненько так. Hopefully someone will still be there. А сохранись-ка я. Это мало ли что сейчас будет. Опять глюк какой-нибудь. Или внезапно танк выскочит. Я надеюсь, на нем можно уехать. Было бы неплохо. Да, это fucking nuclear war. Нет, не сесть. Блин. Что у него в ящиках? Пусто. Вообще, у нас какое-то задание-то. Tourist checkpoint. Понятно, точки проверить. Ну, пойдемте. Где-то я тут видел еще одну машину разбитую. По-моему, УАЗик был это. Я его потерял, по-моему, из вида. А, блин, рядом же. АКМ. Ну, я даже не знаю. АКМ. Без патронов, по-моему. Вообще пустой. Нафиг нужен. Why the hell did he shoot at me? Has everyone gone crazy? Хорошо, что я особо миролюбием не отличаюсь. Но оружие надо поменять срочно.
блин, сохранится наконец-то. А то это, я чувствую, это не последний. РПК у него. Ну, понятно, почему он меня не убил. На всякий случай, обойму возьму. Everyone dead. Looks like the CDF has had a bad day too. О, АК. Блин, сохранялка. Калаш с двумя обоймами. Это лучше уже. Приятная музыка. Долго, кстати. Там никто нас не обходит случайно. Ладно, лады. Тогда другая дорога есть туда, куда я шел.
B5, конечно, на такой дистанции это чисто самоубийство. Это как из пистолета стреляет, в принципе. Кошмар.